Скажи мне, мама, это правда, что курица хозяйка первых Олимпийских игр была ли победителю присуждена тогда награда, и почему же эти игры покорили мир? Да, мой сыночек, это правда. Я расскажу тебе обо всем. У победителей была награда. Ветвь с дерева оливы, срезанная золотым ножом. А зародились игры в древней Олимпии, и богу Зевсу были посвящены они. На время Олимпиады заключалось перемирие. Между государствами и городами не было войны. Когда мы побываем в Греции, то много нового о ней еще узнаем. И в Олимпии, что на полуострове Пелопоннес, мы обязательно с тобой побываем. Греция – прекрасная страна, там потрясающие города. Афины, Родос, Спарта, Саламин, Халкис и многие другие. Везде свой дух истории и удивительная красота.